месте, и мне приятно очень видеть вас, потому что я понимаю, что собрались здесь люди очень необычные, очень творческие, очень, я бы так сказал, космические, нацеленные на самостоятельный поиск своего пути, своего места в этом мире. Здравствуйте. Портал Fashion Concert интересуется, как вам мероприятие «Уникум» 21 век, и как вы сюда попали, что вас так привело? Ну, я здесь впал в какую-то такую необъяснимую эйфорию, на самом деле. Это, конечно, и магия самого места, и, в общем-то, наверное, магия проекта, который затеян очень такими талантливыми, инициативными людьми. И пока это такое вот дитя, которое только начинает дышать, двигать ручками, но я думаю, что этот проект будет развиваться, обретет очень много своих почитателей, очень много соберет интересных и по-настоящему каких-то таких глубоких людей со всех уголков России, потому что, на мой взгляд, сегодня культура, особенно российская, она нуждается в таком, в новом подполье, в новом таком андеграунде, в самом прекрасном смысле этого слова. Потому что, в общем-то, массовая культура, она настолько уже изжила себя, она не просто заполонила все, а изжила, что стала сама себе противна. И сейчас нужна свежая такая какая-то струя, и как ни странно, вот эта свежая струя, она происходит из корней, из нашей национальной культуры, из каких-то кругов людей, которые ищут свой путь, ищут, черпая какое-то вдохновение в различных культурах, в различных религиях, серьезно этим занимаются и так далее. Поэтому почва подготовлена, и вот этот проект очень своевременный. Мы называемся «Уникум». Мы рассказываем о удивительных людях. И нам стало известно, что к десятилетию вашего проекта «Бархатное подполье» вы выпустили книгу. Можете нам о ней немножечко рассказать? Вот она как раз у меня есть. Книга вышла коллекционным тиражом. Называется она «Бархатное подполье. Декаденты современной России». И она действительно... Да, пожалуйста. Книга вышла коллекционным тиражом и, в общем-то, уже почти за год успела стать такой библиографической редкостью. Потому что вот первый тираж этой самой книги, представляете, он разошелся на первых же двух презентациях еще в ноябре. Вот поэтому мы вынуждены были, видя интерес, собственно, к этому фолианту весной, сейчас допечатать еще одну партию. Воспоминания участников «Бархатного подполья». Здесь собраны различные многочисленные публикации о «Бархатном подполье» разных сезонов, разных годов. Здесь рассказываются впервые какие-то закулисные интриги, какие-то события вспоминаются, предшествующие фестивалю, сопутствующие фестивалю. И здесь же проведен некий такой экскурс вообще в историю европейской культуры, в историю тех направлений, которые, в общем-то, взрастили бархатное подполье наше уже в 21 веке. Это же, конечно же, и французский символизм, и культура Серебряного века. Это великие декаденты и эстеты прошлого, такие как Оскар Уайльд, Шарль Бодлер. Вот. И здесь рассказывается, как это все подпитало вот, наше направление, как вдохновило и как это трансформировалось уже в то, что получило название «Бархатное подполье». То есть это сегодня такое закрытое общество, тайное. Это особый мир для особых людей. Бархатное подполье – это про моду, про то, как человек открывает свою душу в этом направлении, правильно? То есть это тоже можно назвать, те, кто занимается этим, это уникальные люди, правильно? Прежде всего, это про красоту. Но красоту, понятую индивидуально. То есть отношение к красоте эстета, оно отличается немножко от того, как к красоте подходят многие другие люди. То есть это глубоко индивидуальное понимание красоты.
И это в отдельных случаях, как в случае с Дэнди, это определенная провокация. То есть эстет, декадент – это такой странный очень человек, который может себе позволить вдруг сочетать несочетаемое, таким образом неожиданно родив новый стиль. Там, неважно, не обязательно в моде, в кулинарии, в чем угодно. Вот, там, в женском проявлении вот Коко Шанель, она была, в общем-то, женским воплощением Дэнди, потому что она изменила каноны вообще и красоты, и силуэта, допустим. А вот то место, где мы сегодня находимся, дом Джуны, он смог бы быть местом сбора таких людей, которые смогли бы делиться с, вот, для сбора бархатного подполья? Мог бы он быть местом, штабом? Штабом, штаб-квартирой. Да. Конечно, место? Конечно. Здесь такая кулуарная, нишевая очень атмосфера, атмосфера для своих. То есть это не явно место какой-то широкой публичности. Это место такой духовной инициации, это место эстетической инициации, это место культурной инициации. То есть пройдясь, то есть войти сюда по-хорошему человек должен, пройдя ряд каких-то таких духовных, интеллектуальных и каких-то культурных испытаний даже, наверное. А встретили вы здесь людей, которым бы вы хотели подарить свою книгу, ну, и приблизить их к бархатному подполью, возможно, ввести в тесный круг? Ну, специальной пропагандой я не занимаюсь. То есть те люди, которые как-то настроены на эту волну, они уже сегодня подошли ко мне, и мы уже вошли в какой-то, контакт, конечно. Вот, то есть это такая искорка, которая забрасывается, из нее может что-то возгореться, если благодатная почва вокруг. А если нет благодатной почвы, значит, нужно искать какое-то другое место. Спасибо вам большое за ваши ответы, спасибо за вашу книгу. Было бы очень интересно ее посмотреть. По отзывам, которые я получаю, читается как такой авантюрный роман.